видал? Мадет. Он вас сейчас всех уделает тут. Ты за нас-то не говори, ты что? Ну, короче, я... Да. На пенсию вам всем пора уже, блин. Да. Короче, поехали мы трассу в обратку. За Игорем опасно ездить. Блин, а я... Пиздец! Вот это меня, блин, развернуло. Короче, тут все позакатали. Идет, разворачивает. Лёха, молодец. Прошел. Андрюха. Чуть-чуть неудачно. Чуть ход потеряешь, короче, или резко тут газанешь все. Вот этот главный участок проскакивает, а там уже дальше ездит. Андрюха, Коля там лютует. А я сейчас попробую траверсами тут. По снегу. Еще на третьей скорости шел. Газанул. Красава там зашел. А что, не зашел никто, что ли? Да, да? Там, блин, все поисполнил. Я сам там исполнил. Меня как развернуло, я пошагал вниз. Мотоцикл на 180 градусов. А ты прям по удачной траектории прошел. Где и льда немного. А-а-а. И где лед именно прошел на ровном газу, молодец. Там Серега, Андрюха, Боев, Коля, Андрюха, Камикадзе. Я видел. Я просто Игорюху думал, здесь стоит. Что-то наверх поднялся, нету его. А ты прям вообще так, я тебя заснял. Будешь звездой Ютуба. Новым богом эндуро. Все там валяются, и Лёха такой, Лёха приезжает на цель. Просто петрошина новая, вот и все. А, так у тебя новая петрошина. Вот ты читер, ё-моё. Читер, да, не говорю. Калитка.
там пыли, шары нахватался. Игорь несется. Монстр. Гуляй за ним. Коля, ход теряешь, поэтому ходика надо. Здесь можно отдыхать и ехать. Поехать поснимать. Во. Коля есть. Молочага. Отличная позиция для съемки. Лёха, красава! Папа Паша поднимается. Оба исполнил. Чуток. Бывает, бывает. Там с Андрюхой на пару прикуривает. Ко мне меня обгоняет, он катится вниз. Камни такие. С подъёбками. Чё? Андрюха, уходи вот сюда, траверсы, вот сюда переедешь. Может, тут подымешься. Андрюха. Газуй, газуй. Тоже пошел. Молодцы. Сейчас самому бы еще отсюда выехать. Будем пробовать и так нравится. И потом выворачивать. Ну, едем аккуратненько, на попу сели, не спеша. Легко заезжается. Дальше вниз.
по катане. Один все-таки проехал. Во, Андрюха, правильно. Езжай. Андрюха, вот сюда возьми. И вот тут потихоньку заедешь траверсой, тронься, и вот сюда зайдешь. Паша траверсой пробует. Лёха зашёл. Да, там земля промерзшая, так не тронешься. Да, там под грунтом лёд. Там лед под грунтом, под верхним слоем. Короче, весело. Ходик надо. Либо искать, где более-менее сухо. Трогаться там. Андрюха пробует. Страдает. Папа Паша не сдается, сейчас зайдет. Видали, как разогнался? О! Разозлился. Ходом все едет. О! У Андрюхи любимая проблема движения траверсами. Это вообще боль и страдания. Он не ту ногу постоянно тянет, ту, которая низ по склону, он пытается на нее что-то опереться. Ее вообще надо сразу к подножке и ни в коем случае не от этого. То есть только одной оперируешь, которая выше по склону. Прям сразу, поэтому и надо ноги менять. Вот он ловко, как газанул, он выпрыгнул через эти вот бревна, там лежат, через них перескочил, и все, и сразу ход получился. Андрюха, делай как я! И поехал он. Да он там... Мопед свой кидает, блин. Надо идти его спасать. Хуя, ты как туда-то забрался? Так ты, блин, трогайся, зачем ты туда? Вот ты сверху был, как сюда-то, блядь, уехать можно было? Нахуя ты так вниз-то спускался? Тут еще хуже, чем там, наверху, там-то солнце. Блядь, аж на сюда. Ебучий колотуч. Ты гонишь, что ли? Вот теперь надо жопу сюда затаскивать, вон туда траверс и вниз уходить. Ну, здесь вообще лёд. Все, подожди. Сейчас, подожди, ногу мне зажал. Вот. Сейчас попробуем его поднять. Тихо. Это отходи, мы его сейчас разворачивать туда. Так, жопу сюда затягивай. Пробуй. Опа. Еще. Oh.
Все. Теперь мы его пробуем толкать вон туда, на хребет. Ты не меня толкай, а мотоцикл. Сейчас у него нейтралка. Чё? Блять, он заебись есть. Андрюха, расскажи. Он не поверит. У меня мопед там остался. Давай, Андрюха. О! Ямаха. О! Ход потерял, Андрюха. Ход потерял уже. Как бы сложнее. Пробуй траверсы тут. И вот. Да вот сейчас на Андрюхином 530-м заехал в эту скользкую гору. Сейчас Андрюха заезжает на моей Ямахе. Это, короче, надо видеть. Я на передней попробовал, представляю, чтобы они видели, как это выглядит. Газу-то дай чуть-чуть, как мужик. Это ж 2Т, это не твой трактор. Тут не обязательно нейтралку ловить, он на сцеплении заводится. О. Газуй, газуй, газуй. О. О. Поехал же. Мужик! Ты прикинь, Андрюха на моем-то заехал. А на своем не мог. Зато я на его заехал как бы легко. Ну, мужик, я скрючку, на него лучше едешь, а на твоем. Не, нахер, его тяжелый, я не смогу его таскать. Игорь.
Андрюха. Андрюха. О, Коля. Ладно, время. Папа, Паша. О, молодчага. Лёха. Вот он, этот поджопник. Подъем, главное, не светить. Минимальный ход, если есть, и все спокойненько едешь. Там зацеп, в принципе, уже неплохой. Траекторию просто выбираешь поудобнее. Все. Такой вот подъемчик. Там камни. Короче, вот такая вот веселуха. Не всегда он заезжается с первого раза. О, Игорь. Красава! Заехал вроде, но... Как оно? Ну, я еще не знал маршрут, в принципе, ничего, сориентировался на... Да, там уже накатано. Так, заняли более удобную позицию для съемки. Сейчас кто-нибудь нам что-нибудь исполнит или покажет. Игорь дубль 2 решил. Во! Вот сейчас. Серега пробует дубль 2. С первого раза не получилось. Что-то. Ты что, это, баган-то, да, не это? Я что-то, я думал, не заеду. Не, я имею в виду, у нас бог эндура не заезжает. Ты что, блядь, ничего не побрызгал ему ничем там? Я что сделаю? Просто этот мотоцикл, он же сам едет. Так Ямаха же заезжает. Так, Андрюха пробует.
Сейчас должен зайти. Папа Паша пробует. Во! Папа Паша сейчас зайдет. Давай, давай, осьминога включай. Не. Паша, ты зачем туда-то тебя понесло? Вот прямо бы и ехал. Нормально же шел. Давайте траверсами покажите нам. Что-то вы как-то не то показываете. Да иди. Серега, дубль, не знаю уже какой. Ну, сейчас должен зайти. Во, хорошо идет. Зайдет. Давай, давай, давай. Давай. Во. Разозлился. Андрюха тоже. Во!